Всем привет! Сегодня я вам расскажу о праздниках 22 марта. Всемирный день водных ресурсов и день Балтийского моря. А также Международный день таксиста и праздник Сороки-Жаворонки. А также в этот день 40 севастийских мучеников. А в народном календаре Сороки, 40 сороков. Именины в этот день отмечают Александр, Александра, Алексей, Афанасий, Валерий, Дмитрий, Иван, Ираклий, Кирилл, Леонтий, Михаил, Наталья, Николай, Петр, Сергей и Тарас. В этот день в истории есть знаменательные события. В 1874 году впервые была проведена игра в большой теннис. В 1895 году в Париже состоялась первая в истории демонстрация кинофильма. В 1932 году в советских газетах вышла статья-памфлет Максима Горького «С кем вы, мастера культуры?». В 1933 году в Дахау начал действовать первый концентрационный лагерь фашистской Германии. И в 1951 году создана первая в СССР центральная студия телевидения. И родились в этот день, в 1599 году, Антонис ван Дейк, фламандский художник, мастер парадного портрета. В 1902 году Грегуар Мишонс, французский художник. В 1905 году Григорий Козинцев, советский режиссер театра и кино, сценарист, педагог, народный артист СССР. В 1915 году Георгий Жжонов, советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР. В 1948 году Эндрю Ллойд Узбер, английский композитор. В 1949 году Фанни Ардан, французская актриса театра и кино. В 1958 году Валерий Сюткин, российский певец и музыкант, заслуженный артист России. И в 1961 году Александр Цикало, российский музыкант, актер, продюсер, телеведущий. На сегодня все. Всем спасибо. Пожалуйста, не забывайте ставить лайки. Всем пока.